Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то на русском сервере открылся. Не прошло и так, не знаю, сколько там у нас времени. 3 или 4 дня по сравнению с другими серверами открылся. Просто обалденный шар, в котором, по сути, нету вкладки обмена, но это, в принципе, нормальное явление, потому что, наверное, у большинства все равно камней нету. Нету обмена героев на топовые плюхи, хоть и бешеного там по затратам тоже нету. Нету на русском сервере акции, которая была для без доната, наверное, одной из имбовых, потому что можно было получить на халяву топовые плюшки Космо на Тайване, на английском. Убрали эту халяву, поставили там за 2 осколка. Можно было получить Космо, Вольта, кучу топовых плюх, это тоже убрали. В общем, все, что на русском сервере есть, это эта акция, награды за вход. Ну и по сути, больше интересного ничего пока я не вижу. Я вроде пересмотрел на рынке, как обычно. Вторник, печальный рынок. Огников нам не добавляют. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Окей, поехали. Посмотрим на другие сервера. Я надеюсь, многие из вас обновились, потому что у меня у самого на втором проблема потом возникла. Я не смог второй клиент обновить. Чем это связано, непонятно. Никакой информации от локализаторов нету. Они просто забили, по сути, на это все. Потому что многие люди писали, писали, писали. А вот, ребятушки, вторая акция, опять та же самая акция, она уже второй раз на английском сервере, а у нас нифига нету. Вот эта акция, которая просто мега имбовая. Вот видите, я 400 камней, чуть вольта не получил на халяву. Это топовая акция, в которой топовые плюхи на обмен. Вот посмотрите, ну тут поменяли награды по сравнению с другими серверами. Но опять же, это бездонатный вариант получить те же самые сундуки, получить плюхи. Ну, в общем, что я могу вам сказать? Вот так вот. На русском сервере у нас опять прохалявили. Гифты. Посмотрите, какие гифты. 1500 сумок второго левела. Ну, эти короба с эмблемами, рипстеры 1000 штук, опять, ну, короче, 9-е таланты, рунки, это понятно, все за донат. Апдейт, открытие, ну, вот сама эта акция, она опять есть на английском сервере. Печально, печально, коллекционер героев, топовый коллекционер героев, как по мне. Ну, один из топовых. Есть, конечно, повеселее, но все равно фобу получаете, вторую сумку. Короче, вот так вот. А дальше. Что по акциям? Уже 7 карт продают за большой пак. За 20 топовые плюхи. Вольт внизу за пятерку. Апдейт пак. Такой же, как и был, 5 штук. Фоба, 50 скин. Короче, такое. Кстати, выгодный пак, но уже урезали немножко. Наверное, за счет 9-го этого. Вот так вот здесь эта акция есть. И она реально очень кайфовая, очень крутая. Но, к сожалению, почему-то русские серверы избегают с этой акции. Не знаю почему. Но не хотят, типа, нам давать халяву. И все печально из-за этого. Так, что у нас дальше есть? Что у нас дальше есть? Что-то такие полосы надо будет потом растянуть плеер. Нормально убралось все. Так, что у нас на Тайване? На Тайване у нас... Вуаля! Опять акция за один сам бесплатно. Пожалуйста, спасибо. Спасибо. Опять халява. Это халява на карту смены. Так, что еще? То же самое, что здесь у нас. Так,
Короче, я не знаю, русский сервер вообще даже обмена, даже такого обмена не ввели. Ну это просто жесть. Что им мешает, я не понимаю. Это акции, ну вряд ли тут есть. Но на английском уже второй раз запустили эту акцию. Так, окей. Давайте еще немку глянем. Я не забегал, не смотрел. Что там у нас на немке интересного сегодня есть? Ну, тут обновится через 1,5 часа, через 2 часа даже. За питомцев неплохо, посмотрите, какие плюхи. Или это даже не за питомцев? Не, питомцы. Так. Вот тут такая халява за один сам. Но тоже, в принципе, неплохо. Скины, посмотрите, какие скины продают. Тут все именно, посмотрите, как вообще кайф скины получить. Так, окей. Этим разобрались. Тут у нас места не хватает от плюх. Поехали еще, я уже могу делать роллинги и обзор у нас уже будет. Сейчас я попробую вывести. А из сервера здесь у меня просто старенький аккаунт. Я когда-то заходил, кому-то ролил. Надо будет перезайти на свой. В общем, АЭС сервер, посмотрим, какие плюхи на АЭСе есть. Ну, все те же самые плюхи, что и на русском сервере, один в один. Ой, точнее, на английском андроиде. Только в 2 раза дороже. Так, наборы накопления. А вот, о, нифига себе, посмотрите на эти наборы снабжения. Да это действительно круто, блин. Посмотрите, за 29к какой набор. Я бы сам его на бездонате набрал, если бы у меня были за 11к тоже обалденнейший. Да тут все они неплохие, кроме первого. Первый такое себе. За 5, за 11. Обалденный набор снабжения. Так, что тут у нас есть? Ну, тут все те же самые акции, вот только единственный набор снабжения, если сравнивать английский Android. Это поинтереснее. Магазин скидок. Смотрите, скин на Фрею. Обалдеть. Халявный скин на Фрею, ребят. 3500. Жесть. Сумочки. О, нифига себе. Ну, я считаю, это вообще обалдеть. Правда, непонятно, что за этот. Что за донат, а что так. Так, что по акциям? Войди в игру, сокровищница, магическая рулетка. Давайте посмотрим, что это за рулетка интересная такая. О, нифига себе! Нифига себе, купонище, ребята. Апекс кристаллы. Нифига себе, купон возвращается. Купон. Удачный флип. Сундук удачи, сфера дракона. Насколько магическая рулетка у нас тут? С какого по какое число? Ну, это сервер, видите, тут свои плюхи. 22-3 дня. Ну, неплохо. Неплохо, неплохо. В общем, что я могу сказать? Какие выводы с этого? АЭС имеет топовые акции, английский сервер по-своему хорош, имеет рулетку, немка там тоже без доната кайфово. Тайвань там всегда было хорошо, ну русский сервер, как обычно, просто добавили шарик, но не добавили никаких ни халявных плюх, ничего. Блин, ну... В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал. Заявочки на роллинг телеграм-канал есть ВК, пишите туда. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Я побежал дальше. Всем удачи, всем пока.